Всем добрый вечер, меня зовут Анна, и это мой канал «Волшебные спицы с Анной». У меня сегодня очередное вступительное видео в совместный проект. С 1 октября, девочки, у меня будет их аж 6. Представляете, как мне хочется всего довязать, всего провязать. Вот, здесь совместный проект называется «Необычный марафон», в котором мы будем заканчивать все свои недовязы. Чем мне понравился, да, ну, очень много есть разных проектов, в которых довязывают девочки, заканчивают свои процессы, которые долговязы, которые там долгожители, как я их называю, еще там, которые по 5, по 6 лет лежат. Вот, очень много есть разных проектов. Чем понравилось мне здесь? Я немножко суть, если честно, да, вот прошу прощения у организатора, да, называется, кстати, организовала данный совместный проект девушка, которую зовут Оксана. Канал у нее на Дзен называется «Радуга подарков». Пока, я так понимаю, списков никаких нет. Я как поняла, что видео можно записывать, даже нужно, да, блогерам. Но не знаю, будут ли списки, не будут списки. Я не знаю, я этого пока еще не поняла. Вот, но чем мне понравился, да, этот местный проект, то, что каждые 2 недели Оксана нам будет давать задания. Задания на 2 недели, которые мы должны обязательно выполнить. Какие задания, она говорит, ну, не говорит. То есть это для нас тоже загадка. Значит, кто может участвовать в этом проекте? Могут участвовать и блогеры, и обычные зрители. Что мы здесь делаем? Мы дошиваем, довязываем, довышиваем, дочитываем. Все, что мы там книжку не дочитали, даже это можно. Значит, там что-то не довязали, не довышивали, не дошили, что там еще можно сделать. Вот то, что не закончили, все свои дела мы можем сюда принести. Вот, я хочу, у меня буквально там 2-3 процесса остаются, которые я не буду заявлять в этом проекте, потому что я их буду довязывать в другом месте. Вот. Но сюда я хочу добавить самые-самые для меня сложные, самые, которые для меня долгие. Если я их до Нового года закончу, это будет просто супер. Вот, я возьму, естественно, только вязаные изделия свои. И хочу их показать. Я думаю, что если вдруг у меня получится их закончить раньше, возможно, в процессе я буду же еще вязать, да, я думаю, что можно будет добавлять проекты свои, да, в этот совместный марафон. Так, давайте самого простого, который у меня тут осталось, сделать. Это у меня вот такая футболка. Ой, простите. Это летняя футболка. Начинала я ее вязать в прошлом году, а может быть нет, в прошлом точно. Вот, но я ее отложила, как обычно, что-то схватилось за другое и не закончила. Вот такая ажурная футболочка. У меня связана... у меня закончилась пряжа. Потому что я взяла на пробу несколько моточков, потом ждала, и когда пряжа уже пришла, уже я начала вязать что-то другое, и, естественно, это у меня осталось. Значит, пряжа у меня... Это Luxor от Yarn Art. Да. Потом я найду моточки, уже думаю, когда буду уже снимать отчетные видео, я буду снимать их. По проекту. Отчеты будем снимать каждые 2 недели. Вот, и первый отчет будет с 1 по 15, потом так вот с 15 по 30, и проект будет длиться с 1 октября по 31 декабря. Вот на такой стадии, значит, как эта деталь. Я вот тут возьму маркерочек, сразу переставлю. Вот. Как не люблю эти маркерочки, вечно петлю какую-нибудь вытягивают. Так, ладненько, вот сюда закреплю, чтобы, если что, видеть продвижение. Мало ли, я буду вязать потихоньку все. Вот, это мой первый процесс. Так, второй процесс, который я сюда тоже беру. Это, это у меня свитер, который вяжется с сеткой на прямых спицах, потому что у меня такого размера спиц нет круговых. Это у меня спицы номер 6.
Значит, у меня здесь что сделано? Перед у меня связан. Вот он полностью вырезан, вывязанный, значит, скосы. Просто вот пересняла на булавочки. То есть я плечи хочу сшивать. То есть вот перед полностью связан. Вот он. Вот такой. Вот такая красивая сетка. Сейчас я постараюсь. Вот она. Вот это такая объемная сетка. Вяжется легко. Пряжи есть много. Значит, что у меня, так, чтобы не мешало сюда. Значит, здесь у меня половина изделия связана. И все, я отложила. Во-первых, был летний период, было жарко вязать. Так, тут у меня, видимо, соединение нити, но я потом это спрячу. А вот маркерочек, видите, прикрепляла, видимо, где-то снимала. Вот, но так и не продвинула. Здесь тоже сеткой вяжу из пряжи. Пехорка великолепная, зимняя серия. Цвет светло-оливковый 448. Он такой, знаете, оливковый какой-то меланжевый. Там немножко какой-то меланж присутствует. Значит, в 100 граммах здесь 300 метров. 30% ангоры, 70% акрила. Акрил высокообъемный. Пряжа немножко, конечно же, колючая. Ну, не немножко, для меня множко даже. Вот, но начинала я этот процесс, по-моему, в апреле. Потом летний период я его отложила, и все. Так и оставила. Тоже хочу взять в этот проект. Пряжи у меня еще такой, раз, два, три, вот на полочке лежит напротив. Три моточка, то есть мне хватит на полноценное изделие. Следующее. Вот этот вот свитер, который... Я часто заявляю, но я постоянно его не вяжу. Так, сейчас, секунду, у меня тут запутались спицы от цветов. Спицы большущие. Так, видите, какая леска у меня здесь? 200 сантиметров. Значит, что здесь у меня провязано? Провязан один рукав. Уже, вот, кто смотрит, тот даже знает, мне кажется. Один рукав. Перед я вяжу, ну, отделила перед и спинку, вот, и вяжу сейчас, надо закончить спинку, потом перед, потом соединять и вязать в обратном порядке. Вот, а уже резинка на этом изделии тоже вывязывается, сшивается все и вывязывается резинка тоже отдельно. Вот, так что вот это изделие тоже возьму, здесь маркерок прикреплен. Я его нигде не двигала. Не могу даже в недельных стартах почему-то его подвигать. Или жарко, или что, я не знаю. Хотя пряжа здесь Adore Dream, и она вообще не колючая. Это 100% акрил. Но она теплая. Теплая, мне нравится. И вяжется классно, и процесс интересный. Ну, что-то как-то встал. И в прошлом году в совместном проекте «Свяжи свою мечту» я начинала вязать платье. Я очень хотела платье себе, потом, честное слово, я поправилась, я считала, что вязаное платье я, ну, не буду носить. А работа сделана большая здесь, и, ой, распускать жалко. И все, думаю, вот похудею. А знаете, вот я посмотрела, многие девочки носят платьюшки, и, как говорится, фигурки у них полненькие, и очень хорошо сидят на них. Я подумала, надо в этом году это закончить. Значит, что у меня связано, девочки? Так, господи, сколько волос-то от этой кошки. Это у меня пряжа Alize Salsimli. Вот синий цвет, она, как видите, с рюлексом. Значит, что сделано? Вяжется она от рукава, вот. Такая легкая летучая мышь, не сильно расклешенная. Вот, получается, потихоньку, да, вот так вот идет. Рукав связан. Так, по-моему, что у меня тут? А, первая половинка у меня тоже, видите, на брасовую нить я скинула. Значит, первая половина полочки переда, например. Да это перед и спинка у меня одинаковые, потому что у меня здесь вырез лодочка. У меня связано. Значит, мне осталось что здесь сделать? Вот маркерочек. Довязать. Тут совсем мало полос. По-моему, вот эту полоску. Потом соединить это все и вязать в обратном порядке. А вот
Скажите, почему короткая? Смотрите, задумка у меня такая. Связать верх изделия, вот эта длина, она получается посередине бедер где-то, вот так вот, ну чуть выше. А отсюда потом набрать и вязать резинкой, чтобы, как сказать, ну, немножко в обтяжку, да, было по бедрам. А здесь было наверху свободно. У меня есть такого кроя платье готовое. Оно мне подходит. То есть верх как бы скрывает, вот, а низ подчеркивает. Вот. То есть вот такая была задумка. Посередине вот такой идет узор косами. Вот он. Тоже процесс красивый, пряжа красивая. Пряжи достаточно. Вот целая упаковка. Я даже еще взяла вот такую Лидию от Семеновской пряжи. Сейчас я вам покажу Ализе. Вот она. Ализе Салсимли. В 100 граммах здесь 460 метров. Цвет у нас 360. Такой красивый, яркий, ну, насыщенный синий цвет. А вот это я взяла в подмод к юбке, чтобы юбка была, ну, более как бы, да, поплотней. Здесь, в принципе, я вяжу на каких спицах-то. Спицы номер 375. Вот, полотно не дырявое. Еще у меня сколько? Раз, два, три, целых три мотка. По-моему, три было извязано. Вот, и пряжи тоже достаточно. Вот, и этот процесс. То есть вот эти четыре больших процесса я хочу в этом совместном проекте связать. И надеюсь, что у меня это получится. Если все сложится, как я хочу, то, может быть, я действительно что-нибудь еще сюда добавлю. Потому что начинать с 1 октября я буду очень много всего. Ну все, на этом буду заканчивать. Спасибо, что остаетесь со мной на канале. Будет очень много интересного, будет много плечевых изделий вязаться. Ну и, конечно, кукольные изделия тоже буду вязать. И расскажу в следующем видео, что же это будет за совместный проект, в котором будет участвовать еще и кукольные изделия. Все, всем пока-пока, до следующих подключений.